соответственно, сейчас идет вот торжественное построение перед началом соревнования. Если у кого-то есть какие-то вопросы, то все вопросы решаются здесь и сейчас. Если я правильно понял, то сейчас, вот смотрите, здесь будет проходить этап послушания, и он будет совмещен. То есть сразу после послушания собака пойдет на этап лобовой атаки. Для провокации фигурант идет рядышком, чтобы собака на раздражители никакие не отвлекалась. То есть вроде объект, на который нужно совершать нападение, но он идет рядом и без команды, то есть собака должна быть послушна, идеально послушна. И вот здесь вот, сейчас смотрите, там появляется у нас фигурант. Идет команда судьи. Следует команда ко мне сейчас. Второй раз команда. Собака отреагировала, пошла. Все это идет по секундомеру. Ну и судья, соответственно, сейчас делает оценочки, поставит минусы, плюсы все. Вот работает судья сейчас. А в чем ошибки сейчас, скажите, пожалуйста? Были ошибки, вы заметили какие-то? Какие? Собака без команды судьи стартовала. В данной ситуации были большие отклонения в пределах корпуса во время послушания, во время движения. Был фальстарт раньше команды судьи. Раньше команда судьи за задержание собаки ушла, но вернулась, поэтому не была снята, соревнования продолжила. Если бы она ушла и атаковала, ее бы сняли сразу с первого упражнения. Плюс повторная команда по снятию собаки после того, раз собака не отпустила, хозяин вынужден. Причем с большой паузой, сейчас они будут еще считать, уложил себе хозяин за время снятия. То есть есть какой-то норматив, да, по этому поводу? Очень жесткий, очень жесткий, на сайте РКФ он выложен, прописано каждое действие, что он делал. То есть вот сейчас, как только пошла команда на задержание, включили секундомер, да? И как его выключили, да. Как, когда собака вернулась. Когда взял за ошейник, секунд, да? Да, когда собака отпустила. Есть определенное количество секунд, в течение которого собака должна сняться. Спасибо вам большое. Итак, следующий участник сейчас идет. То есть мы сейчас с вами уже знаем, какие ошибки. Хорошо, хорошо. Ага. Так вот он пошел фигурант работать.